Всем хай, друзья! И сегодня, в этот прекрасный вечер, мы с вами будем вместе играть в Ori and the Blind Forest. Мы продолжаем эту игру. Прежде чем мы начнем, сразу шлепните лайк, и это будет означать, что вам очень нравится эта игра. А для меня будет означать, что я не зря это решил выложить на ваше обозрение. Спасибо заранее! Я не посмотрел, сколько мы там процентов прошли, но прекрасная, прекрасная игра. Я очень впечатлен вот тем, что мы уже увидели, особенно последний выпуск с этой погоней, точнее, побегом из дерева, который мы залили водой, и которая чуть нас не залила водой. Было прекрасно, очень зрелищно. А еще это сова, и это, блин, сова. И, кстати говоря, нам бы сохраниться, и у нас есть очко. Очко, которое разделенное пламя, позволяет поражать духовным пламенем две цели. От... Вот это хорошее. Вот это хорошая штука. Итак, смотрите, что у нас происходит здесь. У нас новый квест. Нам нужно вот сюда попасть, в туманный лес. И в целом, тут... Ой, что-то я отзумил сильно. В целом... Блин, где я? Вот. Мы все эти места уже обходили. Тогда, знаете, что сделаем? Наверное, доберемся вот до сюда. Или до сюда. И телепортнемся вот сюда. Так будет проще, я думаю. Но сначала посмотрим, что здесь находится. А, тут врата духов нужны. У меня нету. Давайте поплаваем, вот чё. Какой кайф. Ну ладно, это враги, я сразу понял. Воды все равно остаются... А, можно на пробел ускоряться. Хорошо. Воды все равно остаются опасным местом. Глядя вот на этих рыб, на этих существ. Смотрите, здесь маленькие такие резервуарчики с воздухом. Неужели там что-то есть интересненькое внизу? Там пару... Вот, смотрите. Хорошо. Значит, где-то рядом есть... Ау. Где-то рядом еще... Успел я. Ладно, под водой не так сложно, оказывается, перемещаться. Вон. Ну-ка, дали? Давай, выстрели. Ну-ка, выстрел. А что, не получается? Нет. Мы не можем. Я не могу использовать это существо. Ой. Чтобы отталкиваться. Меня убили. Даже не знаю. Ладно, давайте вернусь вниз. Хорошо, если сейчас сдохну, то я просто забью на это. Ой, забью. Прям забью навсегда. Все-таки мне хочется еще проходить эту игру, а не просто повсюду лазить. Непонятно где. Ладно, тут мы быстренько. И тут мы быстренько. Там еще дальше можно поплыть. Я не знаю, что там нужно делать. Ой, ой, попало по мне. Как-то так. Ладно. Ладно, я поплыву. Я посмотрю. Хорошо. А, нет, оно того, конечно, стоило. Это каменная карта. А куда мы ее можем впихнуть? А, ну я понял. Мы сейчас как раз таки те ворота откроем и сможем каменную карту вставить. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ребятки, кажется, мне воздуха катастрофически не хватает. И аккуратности. Как я был близок. К смерти близок. Все. Как сохраниться? Просто вот так сохранимся и все. Я, кстати, читаю ваши комментарии, и все вы маниакально просите Hollow Knight. Я даже не знаю, может быть, может быть. Я, если честно, не знаю, что это за игра, я только примерно представляю, как выглядит главный герой. Но и всего-то.
Ой. О чем эта игра? Без понятия. Смотрите, мы куда-то там наверх можем, но я не знаю, как туда попасть. А, спасибо, услужил. Ой, черт, чуть-чуть бы еще. Мама, 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 мама! Немножко неправильное движение сделал. Вот сюда. И вот отсюда мы делаем от фонарика отскок. Сюда стоило идти. Черт подери, способность. Ила был самым стойким из духов. Самым могущественным. Теперь он дремлет, превращенный в древо предков. Ничего, я пробужу его силу. И он будет жить во мне. Эта игра как бы нам намекает. Вы усвоили способность топот. Нажмите Space, чтобы подпрыгнуть, а затем S, чтобы обрушиться на землю. Уху, круто. Эта игра как бы намекает нам, что мы должны прожить так, чтобы после нас осталось некое прекрасное дерево. Ну, образно. И это дерево принесло плоды другим людям. На самом деле, это звучит, конечно, очень пафосно, но согласитесь. Да, можно зарабатывать деньги и так далее, но в конечном счете этого всего у нас не будет в конце. Эти деньги нам не помогут. Но что нам позволит сохранить какое-то подобие бессмертия, это дерево, которое после нас останется. Опять же, образно говоря, да? Вот такие вот прекрасные вещи. Кстати говоря, да, мы должны нажать пробел и вниз. О, май гад. Используйте S в воздухе, чтобы использовать топот на этой штуке. А, мы можем вбивать ее. Прикольно, что все сооружения теперь начинают иметь какой-то смысл. Найн. Может быть, топотом его? Смотрите, да, мы броню сбили. Сейчас мы уделаем его. Есть. Слушайте, ну, на самом деле, не бесполезно сюда. Мы пошли, игра нас обучает. А, ну вот мы и возвращаемся, да? Окей. Все же, я еще хочу... Ай-ай-ай. Я хочу вернуться. Ау! Я хочу вернуться, и вот здесь, во-первых, можно пробить. Как только? Пока не знаю. А, вот, можно здесь пробить. Хорошо, опыт есть. Давай. Ой! Как заставить его швырнуть еще раз в меня? Прыгаем. Нет, это так не работает. Ай, ладно. О, блин. Ух, блин, сейчас он меня забьет насмерть. Давайте сохранимся, все. Я не знаю, как там пройти. Шо це? Це шо? Как пробить? Никак. Только если... Не работает. Окей. А что я думаю? Духовная связь готова, прекрасно. Валим по сюжету вот теперь. Кстати говоря, мы можем вот это разбить. Полезная способность. Я рад, что я сюда пошел. Интересно, как бы я проходил без нее? Столько мест, где она понадобится. А вот и карта. Окей, он промазал. Фу. Да. Да-да-да-да-да, мы должны дойти вот... А, мы, в принципе, очень близко. Мать! Хорошо, давайте не будем сначала карту вставлять, а прежде убьем этого наглеца. Давай, разгон бери! Покажи, что ты можешь! А, мы, кстати, когда броню сломали, мы можем его просто вот так вот дубасить. Все, я понял. Да-да, все, я понял, что надо делать. Хорошо, берем вот так вот. И мы здесь вниз сразу, я вижу. Ой.
О! Не можем. Нажмите... А, это хорошо, это не то. Вот сюда мы можем пройти. Вы нашли сосуд умений. Ну и отсюда мы выйти не можем. Однако... Как же нам быть-то? И выше нельзя пойти. Так, давайте внимательно изучать. Вот здесь можем как-то проплыть. Наверное. Хорошо, давайте сейвка. Ау! Мать! Интересно, а вот в... Ой! А вот в месте, где... Получается, у нас есть вода, мы плаваем теперь в воде. У нас есть огонь, возможно, мы будем в огне что-то делать. А в воздухе мы что, будем летать? Нас научат летать? Ох, есть... Ой, мама. Если бы нас научили летать. Собственно, как нам теперь? Вот сюда. А! Нам нужно применить силу. Мы, кстати, можем достать, потому что у нас прокачано это. Ага, потоп. Нам-то нафиг не страшен потоп, да? Сейчас, секундочку, я хочу да тут достать. Раз, два, нереал. Или реал, погодите, нет. Я же не могу так просто взять и сдаться. Я сдамся только когда пойму, что вообще ноль. Ноль. Кажется, я понял. Ну да, все, мы теперь там можем пройти. Да блин, что ты меня кушаешь, вонючая рыбка. Умение, да, кстати. Все, теперь все по два у нас. Ладно, надо копить, у нас только одно. Нет. Ага. Снять, вынести. Блин, какой проворный. Да, ножи выдубасить еще можно, все. Не забываем. Окей. Здесь надо аккуратненько прыгнуть. Хорошо, почти получилось. А как нам вот туда бы... Наверх, там был кристалл. Есть. Далее. А, сюда падать нельзя ни в коем случае. Кто там? Жаба. Вот как мы можем сделать, да, точно. Нам недолго осталось до телепорта. В целом, да, паучок. Паучок нам в помощь. Ой, ты сволочьё. Да почему меня коцает? Я же жму эту всякую штуку. А, погодите, нет, нам надо вниз. Мастерски. Это я мастерски. Ух, ладно, игра сохранилась, да, мы дошли. А теперь юзаем телепорт. Телепорт, телепорт. Куда нам выгоднее всего его использовать? Вот сюда. Кстати, первый раз мы используем телепорт. А, я думал, что это будет, знаете, типа... Как портал в дереве был. Раз, туда-сюда, быстренько переход. Это тут очень пафосная анимация. Итак, у нас с вами есть вот сюда необходимость попасть. А, никаких проблем. Итак, долина ветров. Вы на месте. Вы нашли сосуд умений. Вы получаете еще одно очко умений. Прекрасно. Смотрите, птичка сидит. Это детеныш совы. Ой, блин. Сейчас, 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 сейчас. Меня коцают. Коцают, мать. Вот сюда. Тут фонарик есть. Не зря, не зря он там есть. Не достать. Нам туда очень надо. Очень нам надо.
О, не так далеко. Надо птицу заставить вот туда лететь. Блин, она быстрая. Не получается. Вот сейчас. Что-то не то я делаю, да? Погодите. Ну? Ну? Не хочет. Хрен бы с ней. Вот это, вот это, вот это, вот это мое. Почему я? Как я обидно просрался. Давайте еще раз. Видите, оно не работает. Я нажимал, оно не работает. Ладно. Черт бы с ним, просто пошли дальше. Куда нам дальше-то надо идти? Просто налево. Просто налево, да. Вы получили очко умений. Ух, три у меня уже. Применять, конечно же. Итак, скорость в воздухе позволяет Ори использовать скоростной режим в воздухе. Эффективность энергии. Я думаю, что... Так, сила, радиус. Ага. Я думаю, вот это нам нужно. Я не знаю, как это будет работать. Но мы в долине ветров. Я думаю, нам скорость в воздухе очень нужна будет. Блин, эти штуки, они камикадзе сверху. Надо здесь осторожнее, не упасть. Ой. Нет, сюда ничего не нужно. Пойдемте. Погодите, видите, что это? Это штука, которую можно забить. Как туда попасть? Как сюда? Вот сюда. Чего она? А, это не просто секрет, это именно прям нужно. Еще можно вниз пойти, надо сразу прошарить. Закрыто. А, ну получается сверху мы найдем ключ. Вы видели? Лягушка прям при мне зареспаунилась. Вообще, как так можно? Респауниться при мне неприлично это. Хорошо. Так, каков план? Просто выносим, да, всех? Ух, куда-то нас несет. Давайте сюда сначала. Вот. Значит, что заметил? Пока как-то мало мест в игре, чтобы... Ой! Мать. Я сохранился здесь. У меня вот такая, вот такой вот вопрос. Эти существа, это все тоже какая-то скверна? Они злые все? То есть они тоже ненавидят свет, хотят смерти его, да? Ну-ка. Надо птичку отшвырнуть. Нет, это не так делается. О, что-то мне вот сомнение, что я иду правильно. Ну, черт. Черт с ним. Окей, сюда нам никак, да? Давай. Нет. Как-то так. И как-то так. Давай, есть! Хорошо зацепился. Вы нашли сосуд умений. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Быстрее умение применять. Эффективность энергии. Ресурс энергии дает на 50% больше энергии. Или же световой ультрасплеск, который повышает силу и радиус всплеска. Давайте сначала вот это. Все, сейвка есть. It's okay. Ну что, поперли? Навстречу приключениям. Куда же меня несет-то, а?
А, больно по попке. Есть. Куда ты нас несет? Все выше и выше, ребят. Так, стоп, не убиваем врагов. Пока это нам не выгодно. В целом, мы вообще можем спокойно... Стоп, погодите, а где мы находимся? Что-то тут ветреное начинается. Нет! Это ее дети. Пока там Кура, дорога в туманный лес остается закрытой. Но смотри, ее можно отвлечь, раскачав тот камень. Какой? Какой? Давайте сохранимся. Вот это, конечно, механика очень крутая. Распрыжка через врагов. Мама, мама. А Кура не дремлет, да? Кура Кур не считает. Каламбурчик, блин, мать. Вот этот камень, да? Ау. Блин, прям по башке. Она явно не ожидала такого. Ой, мы опять свалили в самую непонятную... Так, там есть портал. Что это? В чем прикол пера? Вы нашли перо Куро. Чтобы использовать его, нажмите Space, а затем Shift. Перо Куро позволит Оре свободно планировать или парить на ветру. Ох, как интересно. Как интересно. Вот это типа парашютик. А, ну вот мы как раз таки кружочек сделали. Ладно, нам сюда не надо сейчас пока. Значит, вы говорите, можно планировать. Это здорово. Ну, давайте попробуем. Да чего круто. Я же говорил, что мы будем что-то типа летать. Марево туманного леса затуманило всем разум. Близки. Заблудившиеся там пропадали без следа. Ой. Стоп. Секундочку, давай. Пуляй. Слушай, реально врагов вообще нет смысла убивать. Можно просто их так вот перескакивать. Все равно все восстанавливается. Ой. Вот, сюда. А, мы здесь. Мы прямо здесь. Вот оно. Укрытый светильник — это таинственная дымка, струится из его стебля. Если мы найдем способ поджечь его, то очистим дорогу. Поджечь? А куда? Это куда? Вот это прикольно, вот так вот чеканить их. Погодите, это что такое? Что меня убило? Я не помню, что меня убило, если честно. Да-да-да, мы это поняли, поняли, поняли. Гундай, гундай. Вот снаряд, что ли, попал в меня? Кстати, от него тоже можно чеканить. От всего можно чеканить. Слышите, какая музыка играет? Как будто Хэллоуин начинается. Сказка прям. Деревья как-то палёненьким попахивают. Как-то так, да? Ой. А, мы можем отталкиваться просто, забить. Есть. Какие-то просто темные дебри. Все дальше, дальше. А, это джампад. Ой, вы тут как тут, червячки мои.
Давай, ну надо, надо. Как же они криво стреляют, очень мало. Очень большой промежуток. Да больше снарядов. Ай, пирокура, все, я понял. Друг друга это зачем дубасить? Отлично. Отлично. Слушайте, одна механика другую дополняет. Нет. О май гад. О май гад. Тихо, 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 тихо. Все, сохранится. Ой, у нас даже карты нету всего этого. Ну ладно. Вот, с помощью пера можно еще больше расстояния проделывать. Почему ты перестала пытаться выстрелить? Фрагмент, хорошо. Смотрите, вот огонь уже. И мне не нравится вот этот скрежет. Почему все стало светлее? Ладненько. Ой, что за глюки? Что происходит? Ай-яй-яй-яй-яй. Помните, все, кто играл в Червяка Джима 2 на Сеге, все помнят подобный уровень, когда ты сквозь колючки летишь. Ты вот машешь, как вертолетик, с самим собой, и в итоге парируешь. Давайте, кто? Есть какие-нибудь алды, супер-алды? Нет? Посмотрите, что-то происходит, он меняется, это какой-то зачарованный лес. Одураченные туманом, они заблудились в лесах. Здесь же не было прохода, по-моему, да? Или был? Пофигу на них, на эти сражения. Факел Ацу, он был потерян здесь. Если отнесем его к укрытому светильнику, он может указать на путь. А, как раз таки мы и подожжем. А это что за ниша такая? О, что за ниша такая? Беспонт. Ой, смотрите, все такое... Как нам туда попасть? Все деформируется. И проход открывается таким образом, да? Куда? Вот сюда. Правильно? Ау. Ой. Ребят, мы в опасности. Давай. Я хочу туда. Я хочу сюда. Давай, пожалуйста, сохранись. Молодец. Слушай, тут прям все так... А, вот и секретка. Давайте сохранимся. Нет врагов здесь рядом. Что ты игрок гонишь? Да, че смотри на карту, ее нет. Вот, правильно сделал, что сохранился. Вот сейчас-то что было? А, ну сейчас это я тупанул. Ладно, хорошо. Фу, ладно, здесь сложно. Я что-то мешкаюсь из-за того, что эти твари по мне стреляют. Все, 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 сейчас разберусь. Как-то так. Ой, опасность. Аккуратней, боже мой, бомбардировка. Лучше сохраниться сразу. О май гад. Черт, что происходит? Да, будем дальше сохраняться.
Кстати, момент. На данный момент вот записи этого видео вышел первый выпуск. И я просто стараюсь их наперед записать, чтобы еще, ну, мочь какие-то другие дела делать. Вот, и я уже увидел под комментариями, кто-то пытается спойлеры всякие писать. И я из-за этого вынужден переставать читать комментарии. А мне всегда хочется почитать ваши комментарии. Вот зачем вы это делаете? Ну, я перестаю читать ваши комментарии все из-за вас, ребят. Но это нехорошо. А куда это мы в какие-то дебри спускаемся? Никакого ориентира нету. Я машинально продолжаю. Опа! Отлично. Тацу, бывало, поднималась в горы, высоко над ущельем скорби. Когда факел ее брата угас, она заблудилась в тумане. Печальные судьбы у всех, конечно. У меня вот пальчик машинально нажимает таб, чтобы карту открыть. Ну, ладно, неважно. Вы усвоили способность карабкаться. Нажмите, удерживайте клавишу Shift, стоя у стены, чтобы скарабкаться на нее. Ну-ка, погодите, как мы карабкаться должны? Оу. Так, ну в целом это как будто дублирует, да, способность. О, нет, деформации опять. Гейте, стоп. Что? 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 Нажмите и удержите Shift, когда стоите у стены, чтобы выкарабкаться. Что это за фигня? Они убираются. Ой, что сейчас было? Как я это сделал? Ладно. Не понял. То они подлянку мне устраивали, то нормально. Да что я все жму тап? Стоп, погодите. Рано еще туда идти, надо вот здесь посмотреть. Ау. Да что я иду под него? Ой, блин, да что вы? Погодите. Вот я сейчас прыгаю. Короче, мой прыжок — это триггер. Один прыжок включает их, другой выключает. Хитро, хитро сделано. Вот теперь сюда. Слушайте, вообще круто, блин. Так, смотрите, вот эти грибы, и сейчас они уберутся. А надо вот так сделать. Рейс. А дабл джамп не работает на них, да, как выключатель. Это хорошо. Упс. Ой. В смысле? Я не прыгал. Ага, эти, кажется, чередуются. Блин, как это все прикольно, а? Ну чё вы как... Долго вы еще будете морочить мне тут мозги? Есть. Ладненько, фрагмент карты. Точнее, это не фрагмент карты, это что-то другое. Снова изменения произошли. Сейф. Ой, мама, 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 мама. Вот, этого не было, да, как раз таки. Что-то новенькое. Ну-ка, прыжок. Ага, все, ясно. Давайте прыгаем. А, нет. Ты, блин, не дергаемся. Смотрим, как они работают. Хорошо. Изучили. Это я лоханулся. Случайно лишний раз прыгнул. Так, смотрим. Я сейчас прыгну, начнется сумасшествие. И как же мне быть? Я не понял. Все, кажется, понял. Нам нужно, наверное, перепрыгнуть эту штуку, не задевая. Ладно, я поторопился.
Прыгаем. Нет, это не работает. Это плохая идея. Ладно, смотрим. Хорошо, может быть, если вот так сделаем... Нет, погоди, сейчас не могу допереть. Да, боже ж мой. Вот так. Все. Фух, разобрался. Сначала немножко что-то растерялся. Ну ладно, идем. А, мама! Черт! Ладно, быстренько сейчас еще раз пройду это место. Все, мы тут. Давайте засейвимся. Ой, тут надо прям успевать. Есть. Блин, вы прям реально волшебство происходит, да? Прямо на наших глазах. Как может не понравиться эта игра? Каким нужно быть человеком, чтобы эта игра не понравилась? Подохни. Сейчас я сам, блин, подохну. Окей, в какую нам сторону? Вниз. Есть, хорошо. Птица! Не сметь. Хорошо, фонарик есть. Хорошо, фонарик есть. А! С конца. Опа, смотрите, что. А у меня нету ничего. Тогда идем смело. А, ну ладно, здесь хотя бы за фонарики можно цепляться. Было бы прикольно узнать историю всех этих регионов. И знаете, что было бы прикольно, если бы в каждом месте своя фауна была характерная. По сути, сейчас более-менее дублируются они все. Можно было бы хотя бы, знаете, может быть, пусть будут те же самые... свойства, но как минимум косметически, чтобы отличались. Это пример, как, знаете, в разных частях Мадагаскара живут разные лемуры. Я все еще без карты. Давай, давай, есть. А вон и вторая карта. Вторая штука, точнее, не знаю, как это называют. О, у меня их уже 4. Вот куда мне теперь? Вот сюда, почему бы и нет? О, интересно. Стоп. Сейф. Самое важное. Че, нам обратно надо возвращаться теперь? Вот почему нам не дали карту этой местности, я понял. Потому что она постоянно видоизменяется. Они бы не смогли нарисовать карту, которая бы также, наверное, интерактивно видоизменялась. Да как так? Да вы что, издеваетесь, что ли? Не понимаю, что ли? Есть. Как так? Блин. Вот это самое нелепое все. Есть? Хорошо. Сейф. Такая музыка, слышите, такая затейливая. Такая тын-тын-тын-тын-тын-тын. Шелнишка.
Вот что нам тут делать надо? Подохнуть, видимо. Подохнуть. Просто взять и да подохнуть. А вот и нет. А мы грамотные. А! Блин. Шансов мало. Very good. Вот только хорошо, блин. Захилился, меня взяли, раскоцали. Куда нам? Вот давайте сюда энергию восстановим. Все еще нет карты. Почему я постоянно смотрю туда? Обыда? Обыда. Почему ты убралась? Ну-ка, куда-нибудь нас это приведет? Нет, не приведет. Ладно, вот здесь мы... Вот здесь мы, кажется, уже почти что вернулись. Ой, мама, 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 мама! Черт! Вот этот Bulletstorm, я не могу с ним справляться нормально. Его надо тренить. Вот как в Айзеке, у меня уже есть инстинкты, как уворачиваться от всех пуль. Я правильно иду, надеюсь? Нет, неправильно, нам надо наверх. Да, но наверх-то мы и не попадем никак. Соответственно, нам нужно снизу. Ай, начинается. Ладно, здесь благо мы шарим. Ух. Да чтоб тебя. Я думаю, мы сейчас как раз таки дойдем до места, где нам нужно будет вставить эту сферу. Или хотя бы... Подожди, мы даже еще не нашли эту сферу. Да, ну вот мы дойдем, когда мы ее найдем. И тогда можно будет закончить видос на сегодня. Мама. Я понял, как надо сделать здесь. В принципе, можно было и не париться, и сразу вот сюда прям. На платформу. Так. Мама, 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 мама. Не надо мне это. С первого удара. О, как-то так незамысловато мы прошли это место. Сейф. Мы снова, судя по карте, здесь наша задача, но ее здесь нету. Куда нам надо-то хоть? Сюда нам... А, погодите. Хорошо. Будем иметь в виду. Слушайте, я уже что-то запутался, я вообще не понимаю, правильно мы идем или неправильно. Нет. Да, мы правильно идем, поскольку это чекпоинт. Сколько их здесь? Их несколько, их надо всех убить. А, мы же. Магад, магад. Вот так можешь делать. И по одному их убивать. Давайте вот так. Хоп. Нормально. Прикольно, что тут есть такая слепая зона, и можно просто вот фармить их, считай. Это сейчас напоминает мне «Дрожь земли». Вы смотрели фильм? Так, еще один. Он послабее. Не, я просто уже раскоцал, наверное, его. Есть. Все? Открывай дверь. Так, сейчас сейвка будет сама, да? Правильно?
Нет? Ладно. Есть! Вот она, эта сфера! Фух. Ну что ж, мы нашли ее. А, черт с ним, давайте, нам, в принципе, недалеко. Давайте донесем ее. Так. Что-то все изменилось, да? Мы, сдается, мы не можем, да, мы не можем использовать нашу способность отталкиваться. И ничего не можем использовать, пока несем эту штуку. Ой, блин, аккуратнее. Ух, хорошо. Ой-ой-ой, хорошо, хорошо, хорошо. Все нормально, все окей. Идем спокойно. Идем несым. Идем несым. Не трогай меня. Жив, жив. Цел, орел. Мы здесь. В смысле, без единой смерти. Управились, молодцы. Эх, на сегодня, думаю, мы закончим. Давайте посмотрим катсцену. Что будет, что будет? Ты сейчас голем каменный встанет. Да, она жива. Я живой. Что это? Это что, значок Симса, который вот-вот описывается? Мы зажгли укрытый светильник, и он разогнал туман. Ори, появился ключ к руинам Форлорна, печать Гумон. Сложные такие слова, здесь трудно запомнить. Хорошо, мы взяли. Вы нашли печать Гумон. Этот ключ открывает дорогу в руины Форлорна. Форлорна. Язык сломаешь. Форлорн. Элемент ветров скрыт в глубине руин Форлорна. К югу отсюда. Это недалеко. Я покажу дорогу. А, прям под нами. Найдите печать Гумон, спрятанную в туманном лесу. Ясненько. В целом, вроде бы... Нет, да чё... Ой, что-то очень далеко. Погодите, мы же вот... А, ну совсем близко. Просто упасть разок, да и все. Короче, это все мы сделаем в следующей серии. Нажмите для взаимодействия с укрытым... А для чего нам с этим взаимодействовать? Я не знаю. Ну, короче, мы повзаимодействовали. Ну что ж, ребят, огромное всем спасибо, что смотрели. Мы продолжим следующую серию очень скоро. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, вступайте в группу ВК. И с вами был Юджин. Всем спокойной ночи и всем... Не знаю, хорошего дня, хорошего вечера, приятной тебе теплой ванны с пенкой. Всем пока. И 5, конечно же. 1, 2, 3, 5.